Кто является самым эффективным хищником в Африке? Лев? А может, гепард? Ни тот, ни другой. Как правило, успешными оказываются не более 30% львиных охот. В то время как у гепарда, самого быстрого сухопутного млекопитающего, успешна лишь каждая вторая охота. У героя сегодняшнего видео эффективность охоты может достигать 90%, а масса тела добычи превышает 300 кг, что делает его одним из самых эффективных и опасных африканских хищников. Знакомьтесь, гиеновидная собака. Африканская саванна. Типичное место обитания гиеновидной собаки. Гиеновидная собака является представителем семейства псовых, то есть ее близкими родственниками можно считать волков и шакалов. Вес гиеновидной собаки может достигать 40 кг, а высота в холке 80 см, что делает ее вторым по размеру представителем семейства псовых, после серого волка. Живут и охотятся гиеновидные собаки почти исключительно стаями. Одиночные гиеновидные собаки встречаются крайне редко. Стая гиеновидных собак может включать в себя до 30 особей. Каждая стая состоит из альфа-самца, альфа-самки и потомства альфа-самки. Поскольку право на размножение в стае имеют только альфа-самец и альфа-самка, остальные члены стаи либо помогают ухаживать за потомством альфа-самки, либо покидают свою стаю, чтобы присоединиться к другой, или создать новую. Как правило, родную стаю покидают большинство самок и только половина самцов, в результате чего самцов в стае гиеновидных собак почти всегда значительно больше, чем самок. В каждой стае есть своя иерархия, но при этом все члены стаи обычно относятся друг к другу очень миролюбиво и не затевают между собой серьезных потасовок. Драки за еду для них также не характерны. Более того, гиеновидные собаки специально кормят раненых или больных членов стаи, отрыгивая мясо. С добычей этого самого мяса у гиеновидных собак обычно не возникает серьезных проблем. Гиеновидные собаки охотятся днем и при охоте полагаются в первую очередь на свое отличное зрение и хороший слух, в то время как обоняние при охоте на просторах саванны играет второстепенную роль. Каждая гиеновидная собака в среднем съедает около 2 кг мяса в сутки. Но в некоторых случаях гиеновидная собака может съесть и 8 кг мяса за один раз. Гиеновидные собаки почти не едят падаль, предпочитая охотиться самостоятельно, либо отбирать свежую добычу у других хищников, например, у леопардов. Основной добычей гиеновидных собак являются средние и крупные копытные, такие как различные виды антилоп и зебры. Гиеновидные собаки являются очень быстрыми и при этом выносливыми бегунами. Они могут развивать скорость до 60 км в час и поддерживать ее на протяжении нескольких километров. Охотничья стратегия гиеновидных собак заключается в изматывании добычи долгой погоней. Изматывание может проходить по принципу эстафеты. Если одна собака устает, вместо нее добычу продолжает преследовать другая. После того, как жертва утомлена, гиеновидные собаки вцепляются в нее с разных сторон и начинают разрывать, фактически поедая ее живьем. Причина такого негуманного поведения заключается в том, что гиеновидные собаки имеют относительно короткие зубы, которые отлично подходят для удержания активно сопротивляющейся добычи, но при этом не позволяют быстро убить ее путем нанесения глубокого укуса в жизненно важные органы. Тем не менее, добычей гиеновидных собак могут стать даже такие крупные животные, как взрослые зебры или даже небольшие буйволы. Взрослые африканские буйволы могут достигать веса в 1 тонну и успешно противостоять даже львам. Даже для очень крупной стаи гиеновидных собак убийство взрослого буйвола является непосильной задачей. Но вот телята или буйволы-подростки вполне подходят на роль жертвы.
Как ни странно, обычно гиеновидным собакам не составляет особого труда обратить в бегство целое стадо буйволов. После этого гиеновидные собаки стараются отделить от стада самого маленького и слабого из буйволов. Больше всего их интересуют молодые телята. И даже если отдельные члены стада все-таки встают на защиту теленка, гиеновидные собаки за счет своей скорости, ловкости и многочисленности в итоге все равно добиваются своего. Еще одним крупным животным, которое часто становится добычей гиеновидных собак, является антилопа гну. Масса отдельных особей антилоп гну может достигать 300 кг. Но даже такие крупные особи вполне могут стать добычей гиеновидных собак. Так же, как и при охоте на буйволов, гиеновидные собаки обращают стадо антилоп гну в бегство, выбирают среди них самую медленную слабую особь, изматывают ее долгой погоней и, наконец, обездвиживают и разрывают на части. Также жертвы гиеновидных собак нередко становятся такие хорошо защищенные животные, как бородавочники, способные достигать массы 100 кг. Но иногда крупные травоядные животные могут проявлять необычную смелость при защите своего стада. И тогда гиеновидным собакам приходится искать другую, более легкую добычу. Существуют и относительно небольшие животные, на которых гиеновидные собаки, тем не менее, не решаются нападать всерьез, даже крупной стаи. К их числу относятся, например, павианы, которые, так же как и гиеновидные собаки, живут большими сплоченными стаями, имеют довольно агрессивный нрав и обладают мощным укусом. Другой, еще более мелкий обитатель Африки, которого не особо тревожат гиеновидные собаки – лысый барсук или медоед. В открытое противостояние с гиеновидными собаками медоед предпочитает не вступать, но и собаки обычно не проявляют к медоеду сильного интереса, так как убить его для гиеновидных собак задача довольно трудная, а мяса в медоеде совсем немного. Главными конкурентами и врагами гиеновидных собак являются львы и пятнистые гиены. Львы, помимо того, что регулярно отбирают у гиеновидных собак их добычу, часто ловят и убивают самих гиеновидных собак. Причем делают это не ради пропитания, а с целью устранения конкурентов. Впрочем, иногда пойманных львами гиеновидных собак спасает способность притворяться мертвыми. Гиеновидные собаки, в свою очередь, нередко охотятся на львят и львов-подростков. Описано даже несколько случаев убийства гиеновидными собаками взрослых львов, которые были ослаблены травмами или болезнями. Пятнистые гиены, так же как и гиеновидные собаки, живут стаями, но при этом взрослая гиена может достигать массы 90 кг и значительно превосходит по силе любую гиеновидную собаку. Встречи пятнистых гиен с гиеновидными собаками редко приводят к смертям с какой-либо из сторон. Как правило, небольшие группы гиен следуют за стаями гиеновидных собак с целью отнять у них добычу или поживиться ее останками. Но при удобном случае они могут поймать и убить саму гиеновидную собаку. В зависимости от соотношения количества гиен и гиеновидных собак, борьба за добычу может закончиться по-разному. Одиночной гиене редко удается отогнать собак от их добычи. Более того, известны случаи, когда гиеновидные собаки преследовали и даже убивали одиночных гиен. В случае же, если гиен несколько, то их шансы отобрать добычу у гиеновидных собак резко возрастают. Если гиеновидные собаки активно пытаются отбить свою добычу, то гиены могут использовать простой, но очень эффективный прием. Пока одна гиена из группы поедает добычу, остальные гиены отвлекают внимание гиеновидных собак на себя. Крайне интересной является история одной самки гиеновидной собаки, которой дали имя Соло. Соло жила в маленькой стае, от которой вскоре осталась только она и еще два самца.
Через некоторое время самцы тоже исчезли, и Сола осталась одна. В течение 6 месяцев Сола жила в одиночестве, охотясь на мелкую добычу и избегая нападений других хищников. Найти другую стаю гиеновидных собак, к которой Сола могла бы присоединиться, ей так и не удалось. Дальше произошла удивительная вещь. Сола сформировала новую стаю, но не с другими гиеновидными собаками, а с несколькими молодыми пятнистыми гиенами. На этом Сола не остановилась, и через некоторое время в состав ее стаи помимо гиен входило также несколько чепрачных шакалов. Такую невероятную стаю из 3 разных видов хищников, которые жили и охотились вместе, исследователям удавалось наблюдать еще в течение нескольких месяцев. Что произошло с этой стаей впоследствии, установить так и не удалось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А на сегодня все. Всем пока!